От количества звезд зависит рейтинг отелей. Проживание в гостиницах разные категории существенно отличаются. В первую очередь общим благоустройством здания, оснащенностью номеров и регламентом обслуживания. Ряд гостиниц в Азербайджане подали заявки для проведения классификации по количеству звезд и подтверждения своего соответствия. Подобные мероприятия в первую очередь направлены на развитие гостиничного бизнеса в стране и повышение качества оказываемых услуг туристам. Наша основная цель – это продвижение азербайджанских отелей, улучшение качества услуг и повышение конкурентоспособности. Национальная система классификации звезд отелей была разработана Гостиничной ассоциацией Азербайджана на основе критерий классификации Европейской гостиничной ассоциации Hotel Stars Union. После оценки отелей ему выдается сертификат, а также табличка в соответствии с его категорией. Подать заявку и заполнить бланк можно в электронном виде на сайте Азербайджанской гостиничной ассоциации. До сегодняшнего дня для классификации обратились 40 отелей страны, и только 24 из них прошли сертификацию. Она рассчитана на 3 года, после чего необходимо пройти повторную проверку. В целом, с августа прошлого года по поручению Кабинета министров, госагентством по туризму и другими соответствующими структурами проводится мониторинг гостиниц. Мониторинг ведется в регионах, где большое количество туристических объектов. В этом процессе задействовано более 300 действующих отелей. В день мы мониторим около 70 отелей. Наша главная цель – обеспечить безопасность туристам, особенно во время пандемии. Проведенные мониторинги показывают, что большинство отелей соблюдают установленные правила. Звезды и сертификаты отелям, уже подавшим заявки, будут присуждены в апреле текущего года на основе результатов оценки. Нармин Халилова, Джавид Кадиров, CBC.